Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем играть в Киберпанк. У нас новый поворот. Вот новый поворот, и мотор ревет, что-то там несет. Войти в Тоттентанс, господи. Так, пошли мы, короче, по ветке Джонни, по его... Помогаем ему, короче, не знаю зачем, не знаю, к чему это приведет, стоит ли это делать, но... Но я это делаю. Я это делаю, соответственно, поехали. Вау, что-то громко. Я немножко прибавила звук игры, мне кажется, тиховато как-то показалось. Черт, картина начинает складываться. Этих надо Никто убивать? журналюк не попёрся бы в Тоттентанс. Да. Кроме Нэнси. А. Подожди, тут чувачки, которых, наверное, надо бы убить. Нет? Так. Сейчас не могу этого сделать. Почему? Принять Генри согласился. Вы что, будете на меня нападать, нет? А. Ладно. Я вас поняла. А где мои... Нет? А я не могу с ними драться, что ли? Я немножко не поняла, где мое оружие-то? Алло. Что? Почему? А, ладно. А я что-то не могу оружие достать. В смысле? Понятно, ладно. Наверное, потому что я по квесту иду. Скорее всего, поэтому. Скорее всего, поэтому. Классно выглядишь. Минимализм. Ты о чем? У меня тоже раньше был такой хром. А. Ну, тоже в Тоттентанс? Заебись. Третий. Нажми кнопочку, я пальцев не чувствую. О, чувак. Ты весь прямо упакованный, я смотрю, да? Слышишь? Тинитус играет. Наши ребята. Люблю эту песню. Тун-тун-тун-тун. Слышу, да. Дынц-тынц-тынц-тынц. Пока. Заходи. Сойдешь за свою без проблем. Да? Выгляжу стиль. Выгляжу стильно, да? А куда мне? Чуть меня куда-то не туда. Поговорить с Дум-Думом. А почему меня вниз-то посылает? С каким Дум-Думом мне поговорить-то? Внизу, наверное, да? Что я куда-то не туда? Так, еще одно слово про него, и я тебя раздавлю как таракана. Ясно? Че? Такое чувство, что я его знаю. С чего бы? А. Это Дум-Дум, что ли? А. А тут у вас шумновато. Ремонт делаете? Ха-ха-ха. Если ты такое скажешь при Ройсе, потом на глаза ему не попадайся. Да, я ж прикалываюсь. Ха-ха, на глаза. А ты тоже фанат этой прекрасной группы? Ну, я больше по классике. Самурай и все такое. О, тогда ты по адресу. Сразу он мне сразу понравился. Не говори, ладно? Где ты себе делал такие зубы? А, точно. Ты же еще не видела мою обновку. Ты видела до? Посмотри на после. Что скажешь? Пожалуй, поставлю себе такие же. Да. Да-да-да, это точно. Ой. Я ищу Исиду Бесс с 54-го канала. Она где-то здесь. Ну да, только она занята. Болтает с Ройсом. Он сказал им не мешать. Мешать буду я. Показывай дорогу. Ну, пойдем. Ну, пошли. Ройс по мне не скучает? Не знаю. Он о тебе не говорит. Ройс с Исидой нормально общаются? Ну, она не особо умная. Ройс...
Уэсни себя ведет до хера терпеливо. И как она к нему подкатила? Мне кажется, его раньше никто не спрашивал о музыке. Ну так, чтоб серьезно. А Ройс любит, когда к нему относятся серьезно. Может, я тоже попрыгаю. Да, но слишком резкая смена. Сука, ты опять со своим мнением. Сера, песок, гравий. В этом все и дело. Она стучит у тебя в кишках, отдает в зубы. Такую музыку можно съесть и высрать. О, разговорчики. Слышь. Это может подождать? У меня еще пара вопросов. Хватит уже вопросов. Ты просила полчаса, пошел уже третий день. Да, это Нэнси. Изменилась, я недавно вернулась с круиза на Ибунике. Это же ваш корабль? Ага, ребята поводили тебя по докам. Они были заняты. Вам бы установить систему безопасности поновее, чем Афина 3. Эта сука меня бесит. Хуже всего, что она в чем-то права. Я и не знала, что ты в музыке шаришь. А все остальное ты обо мне знаешь, что ли? Может, тогда еще один вопрос. Почему тенибы сыграют только в Тотентанце? Потому что только здесь их понимают. Снобизм последнее, что можно тебя подозревать. Кохлеарные импланты. Тенитус играет на них. Значит, каждый из вас инструмент. Значит ли это, что элемент мистики... Это уже второй вопрос. У меня дело к Исиде. Я ее не знаю. Я от Керри Евродина. А, Евродин? Конечно. Где бы ты разместил его на музыкальной... Знаешь, карте? Что будет, если убрать из сока всю мякоть и остальную херню? Он становится чистым, приятным. Такой продают корпы в супермаркетах. А знаешь, как он выглядит? Как моча. Так вот, с музыкой рокеров точно так же. А теперь выметайтесь обе, кучу времени на вас потратил. Пойдем, просканируем тебя у выхода. Можно минутку? Не знаю, чего хочет Керри, но я смогу ему помочь, только если выберусь отсюда живой. А чего сканировать-то? Мы договорились, что я могу ходить и снимать, где хочу, но под конец они проверят мои записи. И если они найдут то, что им не понравится, а так и будет, они уничтожат все. И меня тоже. Теперь надо как-то ее вытаскивать. Кажется, ты их только о музыке спрашивала. Да, а потом обнаружила кое-что. И что именно? Это и многое другое в новостях на 54-м. Раз уж ты здесь, помоги выбраться. Как ты собиралась одна из этого выпутываться? А, я же всегда импровизирую. Придумала бы что-нибудь. Ну-ну. Снова бы вышвырнула кого-нибудь из окна. Так, тетлике вынесут данные. Ну, попробуем, но вряд ли у меня получится по-тихому. Давай я все скопирую и вынесу. Тебя тоже просканируют. Блин. Ты умнее, чем ты думаешь. Я же не собираюсь попадаться им на глаза. Ну ладно. Блин, ну я попадусь. Я ж попадусь по любасу. Надо было напролом пойти. Сотри файлы и отвлеки наших друзей, пока я ищу выход. Я попробую напролом, конечно. Ой. Я попробую по-тихому, но... Потом обойди здание. Там сзади будет что-то вроде террасы. Я встречу тебя у лифта. Мне кажется, у меня не получится. Вернее, я даже уверена на... 90... Давай, проверяй записи. На 99%. Зайти в туалет в Тотента. Посмотри, все-то она продумала. Так, подожди. У нее было время осмотреться. Опыт тоже был. С большинства наших концертов иначе было не выйти. Блять, как погано. Параша. И чё? Добраться до лифта и пока...
Вот это вид. А чё я не могу А чё я пригибаться-то не могу? Чё случилось с настройками у меня? Так, эти я могу доставать, значит. А пригибаться почему не могу? А, С присесть. Ну что-то С не работает, вот что проблема. А что случилось-то? А как я тогда по-тихому-то пойду, алё? Управление. Всё как бы вроде бы, я ничего не меняла. Схема проявления на X. Так, нет, это не то. Привязка клавиш. Режим ходьбы на J. А, может быть, я что-то на J нажала? Так. Прицелиться. Подожди, а где... Где при это... Пригнуться-то? Слышь. Так трейл же вроде было всегда. Подожди. Переместиться влево-вправо, прыгнуть, корица. Shift. Режим ходьбы на G. Двигаться, пригнувшись, зажать. Ну, правильно. Ctrl. Только почему правый? Когда левый. В смысле, к какому другому действию? Двигаться, пригнувшись, переключить. К какому другому действию левый Ctrl? Ты чё, мать? Да, подтвердить. А, тьфу, так я пригнулась. Так я ж пригнулась. Так, подожди. Они не должны меня... А, они меня заметят. Ой. Так, подожди, а как мне тогда тут пройти-то? Вопрос. Так, их тут двое. В принципе, их можно форматнуть. В принципе. Так, теперь пошли искать лифт. Так, давай я сохранюсь. Как там F5 быстро, да? Не то нажала, блин. Я постоянно не то нажимаю. Сейчас спалюсь, вот спалюсь же 100%. Так, 1С. 1С, 55. Собака. 55. Е9. Блин. Вот так сложно-то стало, а? Он типа меня вообще не видит, да? Ему пофиг. Так, БД. Да ёптить медь. БД, ФФ. БД, ФФ. Так, подожди. Чувак тоже может меня заметить, да? Так, форматирование мне пока недоступно. И как мне мимо него пройти? Так, давай я сейчас вот тут сохранюсь. F5 нажму. Так, F5. Как мне мимо него пройти, серьезно? Так, какие у меня есть? А, во, форматирование. Отлично. Форматирование это, конечно, тема. Это прям тема. Это хорошо. Так, допустим, ладно. Ой, а дальше как? А как дальше? Браться до лифта и покинуть. А где лифт? Тут как бы чувачки стоят. Так, F5, во-первых, сейчас посмотрим. Понятно.
Загрузка. Где последнее сохранение? Вот это? Быстрое сохранение, да. Так, а как я тогда мимо них должна пройти? Секундочку. Секундулечку. По-тихому не получится. Придется их убивать, что ли? А как тогда я... Ой-ой-ой. Подожди. Подожди-ка. А откуда там еще народ? А, может, через верх надо было? Кстати. Может, надо было через верх? Блин. А наверх я могу забраться? Ну, а могу, смотри. Так, давай, может быть, че... Ну, не люблю я стелс, но попробуем. Че, разочек-то можно? А, нет, через верх никак. Через верх-то никак. F5. Почаще F5 надо нажимать. Так, а как мне тогда здесь про... А, здесь вот есть же двери, в обход можно. Либо через... Ой-ой-ой, не-не-не. Ой-ой-ой, здесь тоже народ. Да чё ж так много-то вас тут, а? Так, подожди. Здесь двое. А там один вроде бы как, да? А тут вроде как один. Но с одним можно справиться форматированием, опять же. Вроде как. Так, F5 нафиг. Первый раз по стелсу пытаюсь пройти. Пытаюсь пройти по стелсу. Так. Блин, силы не хватает. Серьезно? Хреново. Это хреново, силы не хватает. Так, тогда через вот это место придется. Но у меня не... Блин. Форматирование еще не кончилось. Не это. А как мне его тогда? Замыкание. Самоубийство. Давай самоубийство сделаем. Процесс отслеживания, блин. В смысле? Какое отслеживание? Меня кто-то пытался... Ой-ой-ой-ой. Замыкание. Ну все. Блин, спалила. Спалилась. Ой, да тут капец толпа. Как тут по-тихому-то пройти? Паника, F5. Так, ну там еще один чувак. Замыкать его? Замыкаем его. Еще раз. Блин. Что-то он живучий слишком. Ай, меня кто-то взломать пытается. Я кто-то пытаюсь... Не, по-тихому это не мой варик вообще. О! Что ж этот лифт такой медленный? Ой-ой-ой. Все равно я тебя... Оп, интернда, все, меня увидели. В жопу, короче. Я пошла. Машина. Файлы у тебя? Да. Сейчас все перешлю обратно. Интересно, как дела у Керри? Ну почти по стелсу. Генри и Дэнни или нет? Почти по стелсу. Ты еще общаешься с кем-то, кроме Керри? С кем? Например? Актриса Погорелого театра. Вот он. Все. Так, выйти из Татамтанс. Пойдем, моя машина прямо у входа. Я имею в виду самурай. С
Сколько тебе лет, деточка? Это же прошлый век. Сейчас про самурая помнят только упоротые. Поверь мне, я знаю. Когда не хватает новостей, я пытаюсь скормить народу какую-нибудь лабуду про Сильверхенда. Где Джонни? Что же случилось в Росака Тауэр? Ну, почти по стелсу получилось. Единственное, по-моему, пару человек там загасили. Ну, не пару, конечно. Так, охренеть, Генри согласился, сам выпился из клиники. Выписался прямо через окно. Какая-то медсестра хотела нас остановить. Я сначала решил, что ей автограф нужен. Но она меня даже не узнала. Дальше потом расскажу. Как дела с Несси? Все под контролем. Так, это тоже мне уже эти... Спам этот надоел. Честно говоря. Сесть в машину Нэнси. Окей. Ну, твою ж мать! Чего там? А что? Рисунок на память. Могло быть и хуже. Пизду память. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Поехали. Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге. А, я тоже надеюсь. Это какая-то машинка старенькая. Прям совсем старенькая. Ладно. Так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. На один вечер. Нет, самурая без Сильверхенда. Я сыграю за Джонни. Ты? Сильверхенд все-таки был больше идеолог, чем музыкант. Я справлюсь, не бойся. Ну, если даже Керри согласился. Что мне с этого будет? Я вообще-то тебя спасла. И твои драгоценные файлы. Хотела спросить, откуда ты знаешь Ройса? Работала с ним не так давно. Потрясающий сукин сын, да? Так, все, мы наговорились, можно пропустить поездку. Окей. Приехали. Вылезай. Стой. А что с концертом? Скажи Керри, я все организую. На связи. Окей, спасибо. Ну что, дело сделано. Звони Керри. Да, позвоним. Так. Привет. Как дела? Поговорила с Нэнси? Да. Она согласилась, сказала, что сама все организует. Опять все верят. Ну, круто. У меня тут кое-какие проблемы возникли с Мальстрёмом. Да, ништяк. Короче, я выцепил Гены. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу все завертелось. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз, и поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретимся. Мне тоже надо? Зачем? Но ты ж должна увидеть, с кем ты будешь играть. В конце-то концов. Высылаю адрес. Добраться до особняка Дэнни. Так, это далеко? Ага. Так, ну давай тогда до быстрого перемещения и переместимся. Ой. Так-с. Резиденция семьи Росака. Ты гляди. Что случилось? Может, у нее ремонт? А Генри одолжил бетономешалку. Он всегда был у нас мастером экспромта. Может, они в доме? Позвони по интеркому. Давай. Ну ладно, значит, ищем дальше.
Опять меня прервали, как всегда. Да. Найти Дэнни и Гэри. Так. Это след куда-то ведет. А, вон машина. Вон машина. Вижу, Керри нас опередил. Фига, какая машина крутая. Цвет только мне не нравится. Вот вся бы золотая была, было бы круто. Так, и чё? Ой-ой. Блядь, ебанутый! О, бля. Понеслась пизда по кочкам. Оу. Что ты тут делаешь? Ви, хорошо, что ты приехал. Это правда твой дом? У нас проблема. А это что? Твой бассейн? Это и есть тот самый сюрприз Генри? Ты мне за это заплатишь, уйдёмище. Да. Походу, я много пропустил. Да с удовольствием! Он почему-то сильно обижен на Дэнни. И поэтому залил ей бассейн бетоном? Может, тогда ты мне расскажешь, ну, Генри всегда почему ты был бросил меня подыхать на улице? Бросила а что между подыхать? Ними произошло? Ну, я не вдавался, блядь, в детали, но вроде как Дэнни однажды исчезла, потом пряталась от Генри. Пошел нахуй отсюда! Подозреваю, это было нетрудно, если он все как время уже? Торчал, а потом не сидел в рехабах. Экскурсию? Ну да, вот именно. Ты не познакомишь а потом с семьей. Я дал ему ее адрес. Что подойдешь в итоге с концертом? Хоть на шаг, и ты я друг. Пока еще не говорил с Дэнни, но я похоже не ничего у нас не выйдет. Ну так оно и предполагает. Поговори с ними. Керри только хуже сделает. А они не знают. Не думаю, что они мне будут рады. Да не ссы. А они сразу остынут, что я увидишь. Тратила свою жизнь на какого-то Керри подонка. Тоже не то, чтобы с ума сошел от радости, когда вот меня увидел. Так, окей, так. Давай попробуем. Уж я-то помню побольше. Пришел с подружкой. Чтобы было кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся. Я от Керри. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Он не знал, что вам говорить. Вы же оба его друзья. Ой, смотри, какой чувствительный. Как будто не он подбросил этот мешок с говном мне под дверь. Мы хотим на один вечер возродить самурай. А, так вот для чего он решил нас всех собрать. Мило, но без шансов. Я с этим, блядь, уродом играть не буду. Дэнни! Нет, ни за что. Выбирайте, или он, или я. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну чё, как ваши дела? Херово, Чумба! Дэнни не хочет со мной играть! А мы уже обо всем договорились! То есть Керри тебе платит? Ну, теперь все понятно. У меня просто, блядь, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уебывайте с моей лужайки! Бля, я не хочу выбирать. Похоже, всех собрать не выйдет. Ну, это не проблема. На одно выступление можно кого-нибудь со стороны пригласить. Но это будет не то. Как раньше, все равно не будет, Керри. Объясни, нахера ты это сделал с бассейном? Ты же знал, что Керри хочет уговорить Дэнни на концерт. Я думал разрядить обстановку. Нифига себе. Разрядил, бля. Да. Может, кто-нибудь расскажет, что случилось? Ослепло, что ли? Он залил мне бассейн бетоном. Оу. Oh. Наверное, у него была причина. Серьезно? Причина? Думаю, выбрать должен ты. Бля, меня бесит, что Дэнни зажимает нас в угол и ставит условия. С другой стороны, у Генри каша вместо мозга, ему вообще нельзя доверять. Спасибо, ты мне очень помог. Ну, сыграем с Дэнни, я выбрала Генри. Блин, даже не знаю. Что дальше? Раз уж надо выбирать, сыграем с Дэнни. Керри, блядь, как так? Кто тут больше всех создает проблемы? Я или она? Бля, чувак, слушай, давай я... Знаешь что, Керри? Шел бы ты нахуй! Хорошо, что Сильверхенд этого не видит. Блин, дело в том, что он видит. Он видит. Ну, как бы он же такое натворил, соответственно, лучше уж она. Как бы, да. Я с ней на связи. Она сказала позвонить, когда все устроит. Увидимся на концерте. Потому что Генри, смотри, что натворил, залил бетоном. С этим надо что-то делать. То есть он виноват больше, соответственно, мы, я и выбрала. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Ну да. Осталось только подождать Нэнси. Так.
Интересно, следующий квест будет длинным или как? Звуки музыки. Вилла Дэнни пожалуйста, показать, позвонить Нэнси, а долго ждать? Долго ли ждать? Вот в чем вопрос. Так, ну я покинула виллу или я не покинула? Я как бы покинула виллу. А ждать долго надо, нет? Вообще бы с этим квестом уже, по идее, бы закончить. А, я еще не покинула. Я еще не покинула, я еще на вилле. Так, а как мне отсюда вообще выйти? Выпустите меня. А я так выйду. Кто там? В смысле, кто там? Кто это? Ой, а я на вилле, что ли? Что-то я, кажется, это... Это я куда-то не туда забралась, да? Простите, я ухожу. Все, я ушла. Что-то я думала, я из виллы вышла, а оказывается, я не вышла. Воу. Мать моя женщина, я себе ноги сломала. Ты что, себе ноги сломал? Вставай давай. Ой. Что у нее какая-то вилла? Подожди, я что-то запуталась. Где у нее вилла кончается? Где она начинается? Где она вообще? Что-то я потерялась. Как с нее выйти? Или она такая огромная, что... Что непонятно. Ой, ёптить медь. Сейчас все себе переломаю нахрен. Бумс. Ну, теперь-то я вышла с этой долбанной виллы или нет? Вышла же? Вроде да. Чё? Что-то непонятное, короче. Мне, короче, надо ждать. Давайте ждать. Ай. Так, подождать. А сколько ждать? Сказали. Сколько ждать мне не сказали. Мне хреново опять, да? Ой. Сколько ждать-то? Блин, где ближайшая перемещалка? Далеко, да? Тьмец. Чудо я, короче, потерялась. Что-то я, кажется, потерялась. Я думаю, машинку свою позвать. Мотик свой надо было позвать. Блин, начинать новый квест опять же. А вдруг он будет долгий? Что скорее всего. Короче, когда я еду на машине, интересно, моя эта клавиатура, она мигает разными цветами. Интересно. Типа под игру подстраивается. Я не знаю, сколько нужно ждать, а начинать новый квест. Боже, как бы. Не туда и не сюда. Не хочу, чтобы серия там до часу затянулась. Ну, чтобы она была там часа больше. Значит, будут такие коротенькие некоторые. Некоторые серии будут там по полчаса. Какая разница? Какая разница? Ну, мы давайте все-таки дождемся, когда она там нам позвонит. Ой. Да, ё-моё. Когда она нам там позвонит? Сколько надо ждать? Сутки, двое, трое? Сколько? А, вот звонит. Так, ответить. Привет. Я договорилась. Концерт сегодня вечером в Красной Грязи. Ты уже звонила Керри? Он случайно не передумал? Нет, ты что? Он там уже бьет копытом. Я его таким не видела со времен Сильверхенда. А что там с Генри? Он не с нами? Я ему не звонила. Еще раз пинаться перед этим придурком. Короче... Увидимся вечером.
Насчет гитары не беспокойся. Все, что нужно, я достану. Окей, давайте мы туда приедем и на этом закончим, а уже остальное уже пусть будет в следующей серии. Просто я не знаю же, насколько длинный квест. Вдруг он длинный. Вот, а затягивать не хотелось бы. Так, куда-то я не туда, короче, поехала опять. Мне надо к ближайшей перемещалке это обратно. Обратно. Так, давайте переместимся туда, чтобы уже как бы следующей серии с этого дела и начать. Главное, чтобы не началось продолжение. Так. Ну вот, мы здесь. На этом я, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока-пока.